Все эти пассажиры попали на праздничный рейс. Сегодня исполняется год регулярному авиасообщению с отдаленными поселками Приморского края. В честь дня рождения авиакомпания «Аврора» вручает всем пассажирам подарки. Вы знаете, это полтора часа и дома, или к детям приедешь во Владивосток. Очень удобно. А то в автобусе едешь, трясешься. Во-первых, очень тяжело, морально и физически. А здесь вообще удобно, удобно. На автобусах тоже где-то около этого стоит. Я думаю, что если выбирать между автобусом, рейсом, который идет 9 часов, и самолетом, который летит час, то разница очевидна. За год компания перевезла 20 тысяч человек. И если в масштабах большой авиации это незначительные цифры, то по меркам отдаленных поселков настоящий бум авиаперевозок. Многие северные районы в период половодья остаются отрезанными от дорог. И авиасообщение – единственный способ добраться до больших городов. Некоторые посадочные площадки были восстановлены с нуля, такие как Дальнегорск. И в некоторые населенные пункты авиация не приходила уже практически со времени Советского Союза, то есть более 20 лет. На сегодняшний день компания «Аврора» выполняет полеты из Владивостока в Дальнегорск, Дальнереченск, Амгу, Пластун, Кавалерово, Терней. В 2016-м администрация Приморского края планирует расширить географию полетов. У нас там много еще населенных пунктов, которые ждут свою очередь. Это и отдаленная, а Единка еще не летает. Там та же Самарга, те же самые отдаленные Акзу и так дальше. Нам надо строить эту сеть, заниматься восстановлением площадок. Предполагается, что и новые рейсы для удобства населения станут еженедельными. Рейс 517 Владивосток-Кавалерово готовится к взлету. Через час небольшим люди прибудут в пункт назначения. Быстро и удобно. Наталья Смолянинова, Максим Малыгин. Панорама.